В год педагога и наставника Развилковская школа преподнесла икону в дар храму святого преподобного Иосифа Волоцкого. Икона Божьей Матери Прибавления Ума была создана монахами монастыря, получившими благословение на ее написание. Работа велась около полугода, и вот подарок от всех педагогов школы доставили в храм. Идею такого дара сотрудникам образовательного учреждения подсказали в другом храме святителя Николая в селе Ермолино. Там есть икона, которую подарили храму крестьяне в 1861 году, в год избавления крестьян от крепостного права. И вот идея вот эта, да, мы вдохновились вот этим подарком крестьян храму, подумали, что мы тоже можем сделать такой подарок своему храму, который находится на территории поселка Развилка. Икона Божией Матери Прибавления Ума была выбрана не случайно. Ум – это такое многогранное понятие. Это не только энциклопедические знания, которые мы даем нашим детям, но это и житейская мудрость. Это понятие доброты, семьи, счастья, радости, милосердия, взаимопомощи. В честь освящения иконы Богородицы Прибавления Ума настоятель Иосифа Волоцкого храма священник Петр Зорин совершил молебен. Освящается икона сия благодатью Святого Духа, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Издревле профессиональные сообщества каким-то образом воздавали свою благодарность Богу. Потому что все настоящие профессионалы понимают, насколько тонка та грань между тем, что ты делаешь что-то хорошо, и у тебя это получается. Бывает так, что ты вроде все сделал, но почему-то не получилось. И вот это почему-то, оно в руках Божьих. Уже в ближайшее время икона обретет свое место в храме, и каждый желающий сможет прийти к ней с молитвой.